На днях у поклонников самого танцевального шоу страны «Танцы со звездами», где примет участие сердцеед Украины Олег Винник, появился новый повод для обсуждений. Елену Шаптенко называют главной волчицей Олега Винника. Певец дал откровенное интервью об участии в танцах и заявил, что пришел на проект не ради победы. Но несмотря на настрой Олега Винника, с таким раскладом не согласилась его партнерша, известная украинская танцовщица Алена Шаптенко. Звезда привыкла достигать успеха во всех начинаниях и не намерена просто так отдавать победу конкурентам. Она точно заставит его стонать на репетициях от усталости. Алена рассказала о работе с артистом. По словам танцовщицы, участвовать в шоу «Танцы со звездами» в паре с Винником – настоящая мечта и в то же время большая ответственность для нее. Алена подчеркнула, что работать с Олегом непросто, ведь он уже сформированный артист и должен следить за каждым своим движением, чтобы не навредить популярности. В этом танцовщица готова помогать артисту. Алена Шаптенко также хочет, чтобы участие в шоу приносило Олегу Виннику удовольствие. И заявила: «Я все сделаю возможное и невозможное для победы в танцевальном шоу. Знаю, Олегу Виннику со мной будет нелегко. Победа легкой не бывает. Только большое желание, упорство, настойчивость и каждодневный труд могут привести к победе», –